Добрейший вечерочек, с вами вечерний Шубик. Сегодня мы познакомимся с легендарной камерой прошлого, одной из первых кинокамер, которые использовались в кинохронике. Это кинокамера Дебри, модель Парво. Дебри Парво, Франце, это легендарный аппарат. Вот, то есть ты чувствуешь прикосновение к истории кино. То есть практически это та самая знаменитая камера, в которой главный аксессуар, кстати, это ручка. Потому что без нее она просто не будет работать. Кинооператоры прошлого, как вы знаете, крутили ручку вручную. И крутить ее нужно было с определенной скоростью. Причем до начала звукового кино, во времена немого кинематографа, скорость была 16 кадров в секунду. Но потом с приходом звука операторам пришлось работать интенсивнее. Крутя уже 24 кадра в секунду. Примерно вот так. 25 лет. 25 лет крутили 24 кадра в секунду. И в ВГИКе, представляете, даже одно время сдавался экзамен на равномерное кручение ручки. Это был зачет. Это должны были сдавать студенты. Представляете, то есть это очень большое искусство. Представьте, крутить ручку, приезжая на мотоцикле, как это делают Сигаретов, или на подъемном кране, как его брат Михаил Кауфман, на поезде и так далее. Сейчас мы попробуем не только ее изучить, но еще и снять небольшие ролики в стиле старого кино, используя пленку черно-белую. Сейчас мы попробуем зарядить эту камеру. Вот она разбирается следующим образом. Здесь открывается защелка, поднимается, и вы сейчас увидите настоящую механику, французская механика, которая не просто с 30-х годов сохранилась, но еще и работает, представляете, как хорошие швейцарские часы. Или швейная машинка Зингер. То есть, представляете, то есть вот она. Работает грейферно-обтюраторный механизм. Со времен братьев Люмьер практически ничего не изменилось. И работает до сих пор как часы. Вот эта техника, конечно, это вам не какие-то джашки, айфоны или урсы, которые меняются каждые 2 года. Это поработала веками техника. Десятилетиями операторы знали только эту камеру. Она действительно была очень совершенной. Она имела даже переменный угол раскрытия обтюратора. Обтюратор вот отдельно здесь находится. Вот, в этом блоке. И еще замечательную оптику. Здесь в данном случае стоит объектив, стоит английский. Это объектив фирмы Cook. До сих пор вы знаете, фирма Cook отличные делает объективы. А здесь объектив, представляете, он даже не просветленный. То есть обычное стекло. Но он создаст, именно этот объектив создаст непременное изображение, какое было в старых фильмах. То есть это будет полное погружение в ретро. То, что мы снимем, это будет в наше время, то есть попробуем воспроизвести все то, как этим работали операторы прошлого. Схема зарядки этой камеры достаточно сложная. Кинопленка идет в 3 плоскостях, перекручивается, делает петли. Ну, вот попробуем это сейчас воспроизвести. Сейчас мы зарядим пленку в кинокамеру. Я в темноте намотал небольшое количество пленки в такую кассету. Кассета вмещала 100 метров пленки. Это примерно 4 минуты. Вот, можно было снять на такую кассету, заряжалась она в темноте, а потом они менялись на свету, и вот эта кассета, одна кассета подавала пленку, подающую, а на вторую пленка сматывалась в кинокамере, проходя там сложный путь. Вот сейчас мы попробуем зарядить ее и прочувствовать, как мастера прошлого это делали, причем достаточно быстро они это делали. Сейчас попробуем зарядить. И пленку мы используем черно-белую, она называется так называемая пленка МЗ. Это пленка для печати фильмокопий, позитивная пленка. Но именно она позволит нам погрузиться в мир старого кино, потому что она не сенсибилизирована, то есть она не чувствительна красному и желтому, и красному и оранжевому свету. Только к синему, к зеленому, и так далее. Как это было на заре кинематографа, когда пленки были, ну, не воспроизводили все цвета, а передавали черно-белые определенные, то есть с определенным искажением. Сейчас мы попробуем на этой пленке должны получить примерно кино аутентичное тому времени. Так, ну давайте сейчас зарядим эту пленочку. Да уж, сложная зарядка тут. Даже по сравнению с конвасом или с какими-то более современными кинокамерами. Требуется определенная сноровка. Представляете, делать это в условиях, боевых условиях там. Или вообще просто в условиях кинохроники. Вот столько пленки засвечивается, представляете, идет просто в брак. Жалко, конечно, но что делать? Ну, можно ракурс придумать какой-нибудь. Да? Из засвеченной пленки. Да, вот, открываем фильмовый канал.
мне заел, да? Вот, и пленка должна перекрутиться, сделав такую свободную петлю. Да, и заходит уже эмульсия сюда к нам. 360 градусов. Закрываем. Кстати, вот там интересная деталь. Визирование изображения осуществлялось через саму пленку. То есть получается, что изображение строилось объективом на кадре, и оператор уже сзади, глядя в видоискатель, непосредственно через пленку наблюдал то, что будет снято потом в фильме. То есть никаких зеркал, ничего не было. То есть все было полностью прямая наводка, она соответствовала. Параллакса не было. Не было никакого параллакса. Получается, что если сейчас мы бы снимали на современную пленку цветную, например, Fuji или Kodak, она имеет уже сажевый слой с обратной стороны, абсолютно непрозрачный. Мы бы ничего не могли увидеть. То есть раньше пленка такая была прозрачная, то есть в ней было только желатин и серебро. Больше ничего. Поэтому вот такая небольшая деталь. Так, теперь здесь должна быть вторая петля. Главное, чтобы петли были одинаковые, ровные. Иначе будет салат, так называемый. То есть всю эту пленочку прекрасную кинокамера порубит. Пошинкует. Мелкий, пошинкует, пошинкует, пошинкует мелкий-мелкий салатик. Вот все. Пленочка провернута, мы берем приемную пустую бобину. И... Да, вот пленочка заправлена. Здесь вот схватить хвостик. Потом она можно будет на свету, после того, как она кончится пленка, можно будет ее вытащить и заменить на следующую. То есть достаточно оригинально придумано. А первые кассеты на люмьеровском киноаппарате были деревянными. Да, деревянные ящички такие. Камера стоит, два таких деревянных ящичка. Сзади, представляете? То есть пожары им нельзя было снимать? Нельзя. Да и пленка была горючая в то время. Любая искра и целые архивы огромные выгорали на самом деле. Здесь вот такая вот система. Сейчас проверяем, идет ли пленка. Видите, раз, и она заходит, все, то есть проходит через грейферный механизм, через кадровое окно, здесь стоит обтюратор, объектив, мы сейчас закрываем. Подожди, чуть-чуть-то покрути. Да, то сейчас засвечу. Проверить. Снимайте, да? Ага. Все? Давай, давай. Я закрываю, потому что много засвечу. Снимать немножко. Все. Кинокамера готова к бою. Идем ее испытывать.